Интернет с детских лет. Министерство образования и мобильный оператор МТС продолжат обучать школьников сообща. Соглашение подписано сегодня, символично Международный день защиты детей. Задача не столько сделать цифровые технологии доступными для всех, сколько научить подрастающее поколение пользоваться ими с умом. Одним словом, инновации должны быть во благо образования. До 2020 года должны 80% учреждений образования охватывала информатизация. Мы стараемся учитывать особенности каждого учреждения, соответственно, предлагать инструменты, которые там будут больше всего эффективны. Наши идеи и разработки, связанные с республиканской информационно-образовательной средой, будут разные приложения: и дистанционное образование, и мониторинг успеваемости, и мониторинг качества. То есть мы активно сотрудничаем и с IT-компаниями, и с парком высоких технологий, и с международными практиками, и с крупными телекоммуникационными компаниями. Вот подтверждение сегодняшнего мероприятия. Мы также заботимся о безопасности. Безопасности новых решений, чтобы они находили правильное место в жизни каждого ребенка. Именно совместные усилия как государственных организаций, так и частного бизнеса крайне важны для того, чтобы нам сформировать должное состояние организации в обеспечении безопасности для наших детей. Поэтому мы еще раз подтверждаем, что мы приложим максимум усилий для достижения данных целей. Начало сотрудничества было положено в 2016 году. Вместе с детьми цифровую грамотность совершенствуют учителя и родители. Пример эффективной совместной работы – проект «Дети в интернете». Уроки по безопасному поведению в сети прошли более чем для 8,5 тысяч учеников младших классов по всей стране. Сейчас проект выходит на новый уровень. О том, как не запутаться в глобальной сети, детям будут рассказывать в формате интерактивной выставки. Среди других проектов – IT-лагерь во время каникул, ответственное поведение учителей в сети и конкурс информационных и мобильных технологий для образовательного процесса.